Okay, so. Итак. The big question. Большой вопрос. Who am I? Кто я? Yeah. The way that we ask that question. Способ, которым мы задаем себе этот вопрос. In some ways, the very asking of that question. И даже вот само задавание этого вопроса. Reveals a number of implicit assumptions. Обнаруживает, скрывает целый ряд предположений. That need to be made explicit. Которые нам бы надо сделать явными. Overall, implicit in the question, "Who am I?" Прежде всего, да, вот это. Это внутренние смыслы вот этого вопроса «Кто я?» lies the assumption that somewhere in each of us there resides some kind of core self. Вот сама постановка этого вопроса, она как будто бы имплицитно предполагает, что где-то внутри нас находится некоторая сердцевина, некоторое ядро нас самих. And many of our experiences as therapists working with clients centers around the client's sense of search or loss or confusion about the self. И очень часто вот наш опыт, да, бытия терапевтами с клиентами так или иначе оказывается сосредоточен вокруг того, что наши клиенты как-то запутались или потеряли, или обнаружили пустоту в том месте, где должно быть вот какая-то конкретная самость, конкретное я. In asking this question, most, if not all clients, as representatives of a Western viewpoint, a Western worldview. И, в общем, эти вопросы задают, ну, может, не все клиенты, но большинство из тех, которые так или иначе представляют собой, ну, западную культуру, западный способ смотреть на мир, западную точку зрения. Hold implicit assumptions about their self. И вот в этой культуре очень много каких-то подразумеваемых предположений, касающихся меня самого. Here are some of the major ones. И вот здесь некоторые, ну, самые из них основные. Assumption one. Предположение номер один. The self is a thing, an entity, an essence. Самость – это предмет. Вещь – это существо, это сущность. Assumption two. Предположение два. The self is unitary, singular. Each human being is or has one self. Самость единична и уникальна. И каждое человеческое существо является одной самостью или имеет одну самость. Assumption three. Предположение три. The self is internally or intrapsychically located. It is somewhere within each being. Самость локализуется во внутреннем измерении или внутри психически. Она находится где-то внутри человеческого существа. Assumption four. Предположение четыре. The self is, with very few exceptions, fixed in time. Самость, за некоторыми исключениями, является внутренне фиксированной во времени. Permanence and consistency are characteristic features of the self. Постоянство и устойчивость являются ее характерными чертами. We recognize who we are through who we have been. Мы осознаем, кто мы есть, через то, кем мы были.
Assumption 5. Предположение 5. The self can be defined and exists in isolation. Самость может быть определена и существует в изоляции. To know myself does not require a consideration of, nor is it dependent upon, the impact and influences of any other being. Для того, чтобы самость существует, может быть определена и существует в изоляции, чтобы узнать самого себя, не нужно рассматривать зависимость от другого человеческого существа, не нужно рассматривать влияние и воздействие с его стороны. Assumption 6. Предположение 6. Distinctions can be made between the experience of the real or true self as opposed to manifestations of an unreal or false self or selves. Есть противоположность, можно провести различие между переживаниями настоящей или истинной самости и проявлением ненастоящей или фальшивой самости. The self can be true or false to itself in that it can permit itself to deceive itself. Самость может быть истинной или фальшивой по отношению к самой себе из-за того, что она позволяет сама себе себя обманывать. The real self can be lost, buried, prevented from developing its full potential, and happily can be found again. Настоящая самость может быть потеряна, может быть забыта, может быть оставлена без развития своего полного потенциала, но, к счастью, может быть найдена снова. Assumption 7. Предположение 7. What is most important about the self is that it is the source and originator of our ability to process and reflect upon lived experience. И что наиболее важно в отношении самости, так это то, что она является источником и автором нашей способности перерабатывать и осмысливать пережитый опыт. The self is the initiator of consciousness. Самость является инициатором сознания. So these seven assumptions, and probably several more, но эти dominate, семь предположений, может быть, есть еще семь, доминируют. Dominate our psychological theories, our socio-political laws, our precepts, our moral and ethical codes. Они доминируют и они пронизывают и психологические теории, и социально-политические законы и правила поведения, и моральные и этические кодексы. And as well, they provoke our deepest and most disturbing fears. И они провоцируют наши самые глубокие страхи. The clients who come to us for therapy express these fearful assumptions in various ways. Клиенты, которые приходят к нам на терапию, высказывают вот эти свои пугающие предположения самыми разными способами. They claim that their self is somehow false or inauthentic, or has become so. Они могут говорить, например, что их самость каким-то образом фальшива или неаутентична, или что она каким-то странным образом стала такой. They claim that their true self is unknown or lost to them. Или они говорят о том, что их подлинная самость им незнакома, неизвестна, или что они ее потеряли. They want to find out who they really are. Они хотят найти, кто они есть на самом деле. It's not unusual for clients to make claims that they have changed or have been changed. И не так редко, что клиенты заявляют о том, что они изменились или были подвергнуты изменениям. Or equally, that they can't change.
И точно так же, что они не могут измениться. That they are still the same old person. Что они все время, ну, одна и та же вот старая личность. And equally through personal catastrophes, through breakdowns, through crisis points, such as a so-called midlife crisis. Ну, точно так же могут происходить какие-то личные катастрофы или ментальные, или, или семейные какие-то тяжелые события и, или какие-то кризисы, что-то вроде кризиса середины жизни. They declare that the self that they feel themselves to be is a lie, is unreal, is alien, is false. Что-то такое с ними происходит, когда они начинают говорить о себе, что они как будто бы какие-то лживые, нереальные или чужие, чуждые, фальшивые. As dominant and as pervasive as these assumptions are, they contain major problems and inconsistencies. И надо сказать, что какими бы, в общем, поскольку эти как бы предположения, они доминируют в обществе, то какими бы они не были сами по себе, но они содержат и провоцируют различные проблемы и неурядицы. They seem to make sense to us. Потому что нам кажется, что в них есть смысл какой-то. They are alluring. Они каким-то образом нас подгоняют. Attractive, yeah. Привлекают и под... But they are open to multiple challenges. Но они открыты множеству различных вызовов. Partly of logic and partly of directly experience, of direct experience. Иногда эти вызовы логические, логика страдает. Иногда это то, что мы переживаем на опыте. And after over a century of social science research on the self. И после того, как уже, ну, добрая сотня лет научных исследований, социальных науках, the earlier sense of certainty and security of the perspective that was maintained has started to fall apart. То есть вот эти все науки, вообще развитие науки создавало какое-то более устойчивое ощущение себя, но постепенно оно стало самости вообще, что такое. Но сейчас оно все больше стало размываться. Increasingly, the outlooks being presented are much more complex and much more uncertain, open to multiple viewpoints. От того, что само это понятие стало более сложным, более комплексным, более открытым множеству разных способов смотреть на него. One crucial impetus to this reassessment has come from anthropological and ethnographic studies. Одно из таких очень важных существенных толчков для того, чтобы начать пересматривать это понятие, пришло из антропологических и этнографических исследований. These have looked at major cultural variants in human conceptions of the self. То есть исследовалось большинство различных культуральных вариантов того, каким образом люди воспринимают сами себя. But the impetus for this re-evaluation of our assumptions has not just come from outside, it also has come from Western challenges to our dominant perspective. Но вот эти вот толчки, да, то, что нас подталкивают, вызовы, которые заставляют нас пересмотреть наши представления о самости, они приходят не только откуда-то извне, из каких-то других культур, где это по-другому, да, не так, как в западной культуре воспринимается, но и изнутри самой этой культуры тоже есть такие движения. So earlier today Dan outlined some of these
alternative views, these alternative perspectives. Я уже сегодня в предыдущей лекции говорил о некоторых таких альтернативных способах рассмотрения. I just want to add a few more. Я хотел бы еще несколько добавить. One view comes from the British psychologist Miller Mayer. Один из них исходит от британского психолога Миллера Мейера. And he talks of a community of selves. Он говорит о сообществе самостей. He emphasizes that we are made up of competing and often contradictory values, perspectives, concerns. Он говорит о том, что то, что наши принятые представления о самости содержат в себе конкурирующие взгляды, ценности и заботы. Each of these forming a complex community. Каждая из них каким-то образом формируется целостным сообществом. In this way he challenges the idea of a coherent, single-minded, single-valued, single-purpose self. И поэтому он, в общем, оспаривает представление о целостной, единомыслящей, с едиными ценностями, с единой какой-то устремленностью, с какой-то цели самости. And in this he is deeply indebted to the ideas of the philosopher Isaiah Berlin and his notion of value pluralism. Ну, в этом смысле он, наверное, очень близок и что-то позаимствовал из идеи ценностного плюрализма британского философа Исаия Берлина. So what he's getting at is this idea that what we call the self is actually often competing, contradictory voices. He's talking metaphorically, he's not talking about split personalities or anything like that, but that we are, the self that we call ourselves is not unified in its views and its perspectives and its values. It's a community of views. То есть, если это, ну, сказать простыми словами, то как будто бы у нас в голове, вот так, как было показано, у нас целое такое сообщество этих самостей, и они между собой конкурируют, как такие разные голоса. Да? То есть нет такого, чтобы они действительно были разделены, но тем не менее единство, что вот я какое-то конкретное, единое, самость, этого нету. Все время, ну, такая внутренняя борьба идет о том, что показывать наружу. Then we have the idea of a narrative self proposed by the Australian psychologist Michael White. Но есть еще идея нарративной самости, которая предложена австралийским психологом Микаэлем Вайтом. And from this perspective, White is arguing that the self is a story. Исходя из вот этой перспективы, Вайт говорит, что самость — это история, рассказ. Or more accurately, it is a process of composing, authoring, storying. Или если еще точнее сказать, то это такой процесс, в котором мы все время создаем эту композицию, все время являемся авторами вот этого процесса рассказывания истории о самом себе. It is a continuous act of storying not only personal experiences, but incorporates larger cultural stories. Ну, то есть и вот это вот такая композиция, это рассказывание истории, это не только такой личный внутри меня самого процесс, но он включает в себя также и какие-то культуральные нарративы, связанные с тем сообществом, которому я принадлежу. The self that each of us is made up of the myths, the traditions, the beliefs, the assumptions and values that the culture holds
as well as our particular interpretation of those. Самость каждого из нас, она состоит и конституируется мифами, традициями, верованиями, предположениями, ценностями той отдельной конкретной культуры, которой мы принадлежим. Мы все это в себя вбираем. Then there are social constructionist views, which Dan alluded to or spoke about earlier today. Есть еще взгляды социальных конструкций, да, это то, о чем мы немножко раньше говорили. And perhaps one of the best accounts of this view of self is a book by Kenneth Gergen called Relational Being. И, может быть, наиболее такая интересная и важная из них – это книга Кеннета Гергена. Какая? Relational being. Бытие в отношении. Relational being. Да, being – существо, бытие, relational – находящееся, то есть бытие, находящееся в отношениях. So, Gergen argues that the idea of the self as separate and singular is a conception that only took root 4 centuries ago during what is now called the Enlightenment. Герген говорит о том, что вот эта вот идея такого, ну, более или менее фиксированного, такой определенной, отдельной, индивидуальной самости, это достаточно новая идея, ей может быть только, ну, 4 века, да, где-то начиная с эпохи Просвещения. Instead, he argues that there is no isolated or fully private self-experience. И он говорит о том, что нету полностью такого изолированного или совсем такого личного переживания самости. We exist in a world of co-constitution. Мы существуем в мире, где это соконституируется. And as a direct challenge to express this view. И такой, в общем, непосредственный вызов выразить такую точку зрения. He says, imagine talking of the self without using any nouns. Это попробовать говорить о себе без того, чтобы использовать какие-либо существительные. What if the self could only be expressed through verbs? Что если бы вот самость могла быть выражена только глаголами? That challenges this idea of the substantive thing of self. Это, ну, вообще бросает вызов самой идее того, что самость — это какая-то субстанция. It brings to us a notion of self as process. Она приводит нас к понятию самости как процесса. Rather than as predominantly some substantive entity. Вместо того, чтобы мыслить самость как какую-то такую субстантивную, да, предметную сущность. And as this process, it's not internally located, but literally exists between beings. И если предполагать, что этот процесс, он не внутри нас помещен, а он происходит между нами. And then there is the idea of the empty self that was promoted by another psychologist called Philip Cushman. И есть еще идея такая пустой самости, которая была предложена психологом Кушнером. Cushman takes a view that has a political slant to the self. Он использовал такой, как бы, политический, что ли, сленг для описания самости. He argues that the dominance of capitalism has created our current perspective of imagining the self. Он сказал, что, ну, так сказать, капиталистическая цивилизация создала, ну, свой
способ конституирования самости. He argues that the best way to understand the self is through a materialistic perspective. И он говорит, что лучший способ понимать самость – это рассматривать ее с материалистической перспективы. He argues that it is what we own that makes ourself. Он говорит, то, что мы имеем, это и создает, и делает нашу самость. Consumer products define the self. Потребительские товары определяют самость. So the self is defined by the label of clothing that I have, the objects I possess, the things in my world. Самость определяется лейблами на моей одежде, вещами, которыми я владею, вещами, которые в моем мире находятся. And whether they are culturally valued or not. И тем, каким образом это культурально ценится или нет. If I have nothing, there is no self. Если у меня ничего нет, значит, нету и самости. And increasingly he argues that many of the social problems that we find our cultures and societies in today are the result of this empty self idea. И он говорит о том, что очень многие проблемы, которые вокруг самости возникают в настоящее время, они как раз связаны вот с этой пустой самостью. The more I own and the more I own the right things to own, the more of a self I am. То есть чем больше того, чем я владею, тем больше у меня права чем-то больше владеть, тем больше я могу быть самостью. Now, all of these different views, and I could give you several more. Это все различные взгляды на самости. Я могу вам еще больше представить. Present us with different angles on how to consider our understanding of the self. То есть представить так, что можно вот это нашу самость можно рассматривать под очень разными углами. They all have their limitations. They can all be criticized in one form or another. Все эти способы рассмотрения самости могут быть раскритикованы. У всех у них есть свои сильные и слабые стороны в сравнении с другими. But they also all have something of interest, maybe even of importance to tell us. Но я думаю, что все они имеют для нас интерес говорить об этом, и, может быть, даже важно говорить об этом. Not least that we can perhaps be more open-minded about how we contemplate, consider, understand the notion of self and implicitly the notion of other. Может быть, нужно говорить об этом потому, не в последнюю очередь говорить об этом потому, чтобы нам лучше понимать самих себя, каким образом, мы как-то таким имплицитным, неявным для себя образом конструируем образ себя, своей самости и таким же незаметным для себя образом сам других. Now, one further perspective that in part I've proposed is to make a distinction in how we examine or consider the self from a particular standpoint. Нам нужно проводить различия, каким образом мы рассматриваем себя и различать, с какого конкретного отдельного, с какой конкретной отдельной точки зрения, из-под какого угла или перспективы мы себя рассматриваем. This may be a linguistic distinction that
make sense in English, but maybe is not so accessible in Lithuanian or in other languages. Здесь может быть такой лингвистический подход, который, наверное, имеет смысл в английском языке. Я не уверен, что он имеет такой же смысл в русском или литовском. But in English, at least, we can make a distinction between a statement that says, I am. По крайней мере, в английском языке мы делаем различие между высказываниями «я есть» as opposed to a statement that says, I am being. И второе высказывание «я есть бытийствующий», что ли. So I can say, I am Ernesto. Я могу сказать «я есть Эрнесто». Or I can say, I am being Ernesto. Я есть существующий. The first statement imposes or creates a security, a fixedness. Первое высказывание, оно как бы навязывает, предлагает и фиксирует и некоторую такую безопасность, надежность. The second statement allows a fluidity. А второе выражение, оно позволяет такую текучесть. It has an openness to it. В нем появляется открытость. It allows for this I am being to express itself in much more open ways than any I am statement. Вот это высказывание I am being, да, то есть я есть существующий, так, например, перевести. В нем есть такая открытость, текучесть и переменчивость, в отличие от фиксированного высказывания, где I am, я есть, да, конкретное. And it allows for that complexity of diversity, of contradiction, of multiplicity, и вот это to exist within the notion of self. И тогда, если мы вот так расширяем, да, с глаголом быть в настоящем длительном времени, being, да, то тогда у нас проявляется много возможностей и сложностей, и многосторонностей, и дополняемости, изменчивости одного другого. In emphasizing I am being. И в этом случае, если мы подчеркиваем вот эту длительность, меня есть. I am amplifying the idea that I am temporarily giving shape, structural shape, то я как будто, to an open process. Как будто бы я убираю вот эту фиксированность, да, убираю эту наложенную, навязанную форму тому процессу, который такой текучий, переменчивый и открытый. So in this sense, the self becomes the attempt to shape or structure experience. Если я буду так это выражать, то тогда самость будет всегда попыткой придать какую-то форму, придать какую-то структуру переживаемому опыту. So that it is made meaningful within an object-based standpoint. Придать эту форму и поместить ее в какую-то фиксированную точку. It takes us back to that tension between structure and process. И мы опять приходим к вот этому напряжению между структурой и процессом. The self captures process in a structural way. Самость схватывает процесс и фиксирует его каким-то образом. So it is not a lie, it is not false.
Она не, 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 это не, не ложь, это не, не, не фальшь. But it is a limited or restricted expression of process. Но это такое ограниченное, да, лимитированное структура, структурирование, да, процесса. It's as though I take a photograph of our experience right now. Это, ну, примерно как я бы сделал фотографию того, что мы с вами переживаем прямо сейчас. The photograph captures something of our experience. И эта фотография схватит что-то из нашего переживания. It's not a lie, it's not a deceit. И это вовсе не будет обманом и ложью. But neither is it complete. Но ничего из этой фотографии не будет полным. So this view of self has parallels to that idea. Вот этот такой взгляд на самость, он, ну, как-то похож на эту идею. The self that I am being right now is genuine. Та самость, которой я являюсь прямо сейчас, она подлинная. But incomplete. Но не полная. Незавершенная. And in the same way we can talk of the other in an exact same fashion. И мы таким же точно образом можем говорить о другом. Which takes us to another point, maybe a contentious point. И это нас приводит к другому пункту, к другому моменту. My ability to state anything at all about myself. Моя способность вообще хоть что-то утверждать о самом себе. Requires the existence or instances of not self. Требует как-то существования или такой инстанции, как не моя самость, не я. То есть, чтобы говорить, кто я, должен быть какая-то инстанция, не я. Or more plainly, of others. Или, если совсем просто, другие, other human beings, другие человеческие, other living things, другие человеческие существа, the world другие in general. Живые существа, ну, мир вообще. If that statement is to have any meaning at all. Если это утверждение хоть какой-то смысл вообще имеет. So, for example, stupid Например, examples. Глупый пример. Imagine you making any statement about your gender, your age, your size, your weight, your physical characteristics. Представьте, что вы, ну, какие-то высказывания делаете по поводу вашего пола, размера, веса, каких-то ваших физических характеристик. No single one of those statements makes any sense at all. Никакое отдельное из этих утверждений никакого смысла вообще не имеет. Without the implicit presence of its not-self counterpart. Если не подразумевать, что есть какая-то противоположность, которая не я. So every explicit statement about I. Всякое такое явное выражение, касающееся implicitly reveals not I. Каким-то неявным образом подразумевает и обнаруживает не я. Just as every explicit statement about not I. Точно так же, как всякое открытое утверждение, касающееся не я или другого. Reveals statements about I. Обнаруживает какие-то высказывания, касающиеся я. This interrelational grounding of self relocates self. То есть вот это для самости ее локации, ее положение во взаимосвязанности. In this sense, accessing the self does not come from
looking within. То есть доступ к вот этой самости, он происходит не при моем взгляде внутрь самого себя, but rather that the self reveals itself through and between the interrelationship of being and world. Обнаруживает себя во взаимосвязи и взаимодействии с другими и миром. Which takes us to a point that maybe in some ways has parallels with what Dan was talking about, the ideas of Galen Strawson. Ну и это нас приводит к вот этой идее, о которой, может быть, говорили Гейна Строссена, британского. Viewing the self in this between interrelational standpoint. Когда мы рассматриваем самость вот в этом, с этой точки зрения взаимоотношений, взаимосвязанности. Leads us to the view that the I is an impermanent construct. То есть, когда мы с этой точки зрения смотрим на самость, то мы приходим к выводу, что я – это такой постоянный, непрерывный, бесконечный конструкт. Each act of reflection produces a new and unique interpretation of I. То есть каждый акт рефлексии продуцирует новое, уникальное и неповторимое представление обо мне самом, о самости. The basis to this argument, I think, follows this line of thought. И основа для того, чтобы мы продолжали это делать вот в этом направлении. In inhabiting an interrelational space. Основа для этого заключается в том, что мы населяем вот это пространство, в котором находимся в отношениях. All is constantly in flux. То есть все постоянно находится в таком взаимодействии. Every instance of reflective awareness. Каждый маленький момент рефлективной осознанности is unique and unrepeatable. Является уникальным и неповторимым. So at every moment, the I that exists, каждый момент, когда я существую, is real and singular, реальный, relatively coherent. И реальный, и единственный, и когерентный. But it is also impermanent. Но он также непостоянный. It constantly constructs and reconstructs. Он постоянно конструируется и реконструируется. Temporal narratives of itself. То есть это такой нарратив, происходящий во времени обо мне самом. Which are dependent upon the present co-constituted experience. И этот нарратив зависит от тех, которые соприсутствуют в процессе его создания. Он, собственно, эти соприсутствия других позволяют, условия дают для того, чтобы это конструирование происходило. In this sense, the self is always a partial expression of an infinity of potential interpretationally constructed selves. И в этом смысле самость — это всегда такая частичная и незавершенная конструкция, связанная с тем, каким. And even when it remembers its past. И эта самость, она помнит свое прошлое. It is a past that is remembered by the current being. Это то прошлое, которое запомнится в актуальном бытии. And in that sense, it is a biased
memory. И в этом смысле это уже такая память, как бы, ну, искаженная. It doesn't remember the being it was. То есть мы не помним то бытие, которое было. It remembers the being it is, who imagines the being that was. Это бытие, которое сейчас представляет себе, воображает то бытие, которое было. Okay, so let me move in a substantially different position. Можно, позвольте мне перейти к чему-то так немножко существенно другому. Most theories of therapy around the question of the self have a basic assumption. Большинство теорий, касающиеся психотерапии, имеют какие-то базовые предположения. They tend to, our theories of psychotherapists tend to talk in terms of vertical analogies. То есть психотерапевты как-то привыкли думать в такими вертикальными, что ли, аналогиями. Think of Freud's illusion of the iceberg. Если мы вспомним Фрейда, то у него был такой айсберг. You know, the top tip of the iceberg is consciousness. Помните, beneath the waves, beneath the sea, there is the pre-conscious, the unconscious. Да, помните, там был такой айсберг, где было сознание было на самом верху, а там посередине было предсознание и подсознание в самом низу. The unconscious vertically influences the conscious. И помните, там бессознательное, оно так вертикальное влияние снизу вверх оказывало на сознание. Or think of Maslow's hierarchy of needs. The pyramidal, again, a pyramid. И если мы вспомним, например, Маслоу, да, и по его, как бы сказать, иерархию потребностей, которая опять-таки представляет из себя пирамиду. That begins with basic conditions of living. Которая начинается, вспомните, с базовых таких условий, потребностей бытия. And which vertically moves upwards to authentication or self-actualization. И которая, в общем, туда вверх поднимается, какой-то к самоидентификации, самореализации. Or think of Rogers' potato analogy. Или помните у Роджерса аналогия с картофелем. The little potato seed that has to grow in the dark and so forms twisted leaves and branches. Да, то есть that are our neuroses, маленькая, that are маленькая, our falseness. Маленькая картофелина, которая растет в темноте, у нее такие вот бледные переплетающиеся какие-то там корни и стебли, которые, собственно, и есть невроз. These vertical assumptions, эти вертикальные такие предположения, both permit and express a particular Western assumption. Они как бы одновременно и позволяют, да, и допускают, и дают возможность выразить такие, ну, определенные западные предположения. It is an assumption concerned with dualism. Это предположение, касающееся дуализма. But a particular form of dualism. Но определенной формы дуализма. A separatist dualism. Сепаратистского дуализма. An either-or dualism. Дуализма или-или. It is clear-cut. Это такое четкое разделение, развлечение. It is secure, it gives us security and certainty. И этот дуализм дает нам определенность и надежность. Here's the kind of dualism that I'm talking about. Вот that здесь пример того дуализма, о котором мы говорили, где различия идут. Есть вертикальная линия, которая разделяет между собой. To make us
to make clear-cut distinctions between one either and one or. Которая дает очень четкое разделение между или одно, или другое. I'm either feminine or masculine. I'm either male or female. I'm either right or wrong. I'm either perpetrator or victim. I'm either privileged or disadvantaged. I'm either gay or straight. I'm either normal or abnormal. I'm either self or other. Ну, или феминистский, или фемининный, или маскулинный, да, мужской или женский, правильный и, или не, неправильный, жертвой или агрессор, и уходить или оставаться, гей или стрейт, нормальный или ненормальный, самость или другие. It is a popular term that has been coined these days is binary. Это, в общем, такие популярные термины, которые вот как две стороны одной медали. It's appeal. Is that this wall divides very clearly one from the other. И это стена, которая разделяет очень ясно одно от другого. Now, what I think one of the great challenges that existential thought has proposed to us. И один из самых больших вызовов, которые предлагает нам экзистенциальное мышление, is that of imagining the vertical as a horizontal. Взять и представить себе, что вертикальное это горизонтальное. So what if we horizontalize the vertical? Что если мы расположим вертикальное горизонтально? What if we remove the wall and create a polarity? Что если мы так уберем эту стену и создадим полярности? What happens then? Что тогда случится? Each of us is in that polarity. Каждый из нас на этой полярности. And has the potential of being anywhere и потенциально and everywhere может in that быть polarity. Ну, в любом месте, да, и в каждом месте этой полярности. Question. Very quick. Can you hang on for a minute? Можете пару минут подождать. Okay. Such a polarity, such a horizontalizing polarity. Такой способ горизонтализации, да, полярности. May seem to have initial attraction for some at least. Может для некоторых, ну, показаться таким привлекательным. But we have to acknowledge it's also deeply threatening. Но я думаю, что это так в глубине тоже довольно пугающе. Its threat lies in the fact that it takes away from each sense of self a clear-cut security. Потому что, в общем, это нужно уйти от какой-то такой четко определенной отсекающей, ну, надежности, безопасности, которая the vertical дает might limit, but it secures. Да, то есть вертикальность это она очень ограничивающая, но она безопасная, надежная. It allows us to engage with ourselves and others and the world in a much more certain fashion. Она позволяет нам быть вовлеченными во взаимодействие с собой, другими и миром каким-то очень определенным и безопасным способом. It allows us to say, I am. Она позволяет нам сказать «я есть». This horizontalizing process moves us to positions of I am being. А вот эта горизонтальная позиция перемещает нас в положение «я есть
существующий, бытийствующий. We can no longer exclusively be identified with the no longer existing wall. Мы больше не можем как-то так надежно и безопасно позиционировать себя с одной или другой стороны вот этой вертикальной стены. But it forces a question upon us. Но это нам как бы ставит перед нами вопросы так очень сильно. From this horizontalizing standpoint. Вот с этой горизонтализирующей точки зрения. When I ask, who am I? Когда я спрашиваю, кто я есть? I can really only talk from a temporary, impermanent perspective. Я могу говорить только о временной какой-то перспективе. It's who am I being now? То есть, кто я есть существующий сейчас? And again, while in principle, this sounds like an opening, a liberation. И это опять звучит как открывающие возможности, как освобождающие, и может быть таковым. It's also one that we just as likely going to turn our backs on. Но это, если вы так... Going to reject. Нет. Don't understand. Reject? Нет, before. What, the whole sentence? The whole... The second so part of as, it. As liberating and attractive as this yes, initially seems. Да, то есть вот это освобождение, оно привлекательно, так поначалу выглядит. It is also something that we are likely to reject. Но и в то же время это то, от чего мы, скорее всего, откажемся. We reject it because of its inherent uncertainty. Потому что иначе у нас будет какая-то внутренняя неопределенность. So much of the social wars taking place at the moment in the West around questions of identity, of gender politics, of identity in general. Как много сейчас неопределенности, как много сейчас дискуссий, разговоров на Западе по поводу неопределенности, связанной с I think originated from an attempt to horizontalize, to make fluid. Я думаю, что это как будто бы попытки горизонтализировать вертикальное, сделать это таким более текучим. But in many instances have returned to stances that are vertical. Но эти попытки очень во многих случаях снова возвращаются к тому положению, когда есть вертикальное надежное разделение. What is it that makes this horizontal perspective so dangerous, so threatening to us? Что делает вот такую горизонтализацию такой угрожающей, такой пугающей нас? Well, in a way, I've already spoken about this morning. Это, примерно так же, как я говорил сегодня утром. In adopting a horizontalized perspective, когда мы принимаем вот такую горизонтальную перспективу, there's no longer a clear-cut wall that separates. Нет такой ясной отсекающей черты, которая отделяет одно от другого. The either-or has become both-and. То есть вот это вот или-или превращается в и-и. Sorry, I'm just wondering how much time I've got left. Oh, okay. Yeah. So it has become both and. Это становится и-и. And if it is both and, и если это и, то и then другое, it's not тогда... just these kinds of issues that
have been horizontalized, то тогда это не того рода вещи, которые могут быть горизонтальными. It is everything. Это вообще все. Not least issues of responsibility. И не в последнюю очередь все вещи и проблемы, связанные с ответственностью. If I horizontalize responsibility, если я, например, горизонтально расположу ответственность, then I can no longer talk in a divided way between my responsibilities and your responsibilities. То тогда я уже не смогу каким-то определенным, разделенным образом говорить о моей ответственности и вашей ответственности. Or my fault and your fault. Или моей вине и вашей вине. Or my success and your success. Или о моем успехе и вашем успехе. Or any either or. Или, ну, любом таком или-или. It is a threat, or it is experienced by many of us. Это угроза такая, и это то, что многие из нас ощущают как угрозу. As a threat to our very individuality. Угрозу самому самой нашей индивидуальности. It's no longer an individuality that is separate and distinct. Это уже теперь не такая индивидуальность, которая отдельная и отделенная, отличающаяся через или-или. It's no longer I or you. Это теперь уже не я или вы. It's no longer even I and you. Это теперь даже не я и вы. It's I you. Это вот это я вы. Yeah, it's, или я ты. It's no longer self or other. Это теперь уже не самость и другой. Or self and other. Или самость и другой. It is self other. Это самость другой. Always horizontally bounded in a shared polarity. И эти, как это, полярности нами разделяются. In that horizontalized polarity, I is the other. В этой горизонтальной полярности я есть другой. The other is I. А другой есть я. And is not. И нет. Это нет. So, I think yet another impossible challenge is being presented to us. Еще один такой невозможный вызов, который нам представлен. It's a general challenge, but it's also a challenge to us as psychotherapists. Это вообще такой всеобщий вызов, но это и вызов нам как психотерапевтам. As psychotherapists, we tend to fall into the viewpoint of wanting to assist people in becoming who they really are. Mm-hmm. И мы, как психотерапевты, очень часто впадаем в такое желание помочь людям стать теми, кто они есть. We talk in terms of real and false selves. Мы говорим в терминах реального, настоящего и ненастоящего. We talk in terms of being authentic and being inauthentic. Мы говорим в терминах аутентичности и неаутентичности. All ideas that fall into that vertical. Ну, все вот такие наши идеи, которые как раз попадают вот в эту вертикальную схему бытия, самости и другого. But if we horizontalize notions of self and other, но если мы расположим горизонтально понятие самости и другого, the idea of real and false, authentic and inauthentic, то эта идея реального и фальшивого, аутентичного и неаутентичного, all become much more dubious. Все, ну, становится гораздо более dubious.
Dubious. Dubious, questionable. Ну, под такая сомнительная, вот вспомнил, сомнительная. How can we, if the self is neither constant nor amed? То есть, если самость больше не является константой или вот этой, вот это вот есть, да, how can we speak of a real or true self? Как мы можем тогда говорить о настоящей или подлинной самости, как о чем-то таком вообще как бы различимом from false or, и отличимом от фальшивой и ненастоящей проявлений самости. The self that is always true and real. Самость, она всегда подлинная и настоящая. There's never any falseness. Никогда в ней нету ни настоящести. I might be a self that feels itself to be untrue. Я могу быть самостью, которая чувствует себя как фальшивая, неправильная, ненастоящая самость. But the being who feels themselves real or unreal. Но вот это бытие, которое чувствует себя настоящим или ненастоящим, оно всегда настоящее бытие. Interestingly, this idea came out in a film from 2004. Интересно, что эта идея нашла отражение в фильме, который вышел в 2004 году. It was a film called I Heart Huckabees. Я не знаю, как перевести точно название этого фильма. You know how they make the symbol of heart, so я I, сердце and then the heart, and then Huckabees. Я сердце Huckabees. Huckabees. Huckabees, it's a name. It's the name of the people. Huckabees – это имя, значит, я, сердце, вот Huckabees. And in it, there are two existential detectives. Там в главных ролях два экзистенциальных детектива. And throughout the film, they go around and they keep asking these two questions. И вот на протяжении этого фильма они там, так сказать, чем-то занимаются и продолжают и постоянно спрашивают и себя, и других. How am I not myself? Каким образом я не являюсь самим собой? And when am I ever not my true self? И когда, when am I, когда я вообще не настоящая самость, не моя настоящая самость. So throughout the film they keep asking these questions to themselves and to the characters that they meet. То есть на протяжении всего фильма они, в общем, разных персонажей и друг друга и самих себя задают эти вопросы, как я не. And at its conclusion they arrive at this statement. И все, так сказать, выводы, к которым они приходят в этих высказываниях. Isn't it the case that the self that is? Что, но вопрос такой, не является ли то, что вот та самость, которая есть, is being true to itself always? Всегда истинное по отношению к самой себе. Всегда истинное по отношению к самой себе. Не является та самость, которая есть, всегда истинное по отношению к самой себе. And even when that self seemingly changes and claims now to be true. И вот даже если эта самость по видимости изменяется и заявляет, что вот теперь-то она действительно подлинная, it is actually no more or less true to itself
than the self that was also true то to itself. На самом деле она ничуть не более и ничуть не менее подлинная по отношению к самой себе, чем та самость, которая была подлинной по отношению к самой себе. Not surprisingly, nobody wants to hire them. Но ничего удивительного, что никто не хотел взять их на работу. Thank you. Спасибо. У меня всегда было ощущение, что в терапии я занимаюсь каким-то очень загадочным предприятием. I always has this impression that in therapy I do something very it's some very mystery enterprise. Something mysterious. Yes. Yes. Mystery enterprise. Yes. Yes. И предположение о том, что человек может быть, например, в депрессии, говоря клиническим языком, из-за того, что где-то в его мире что-то не так, для меня было давно приемлемым. And it was acceptable for me for a long time that a person can be depressed when something is not something is wrong in his life. Вот теперь я используя метафоры, которые здесь звучали, могу предположить, что этот человек живет таким депрессивным образом из-за того, что где-то в Африке мальчику не налили молока. And now I can suppose that this person can leave this depressed way, yes, because somewhere in Africa somebody doesn't get, yes, a glass of milk. Я просто хотела уточнить, правильно ли я понимаю, что поиски нужно расширить до такого. I would like just to ask if we should to make our exploration of the client's life more so wider and, yes, yeah, to extend them. I think so. To the whole life of the client. You know, if you've read some of the stuff I've written, you know that I've suggested that at some point in therapy, the whole question of what has been explored is extended into the client's wider world, at how the client experiences whatever changes they have undergone. Но в какой-то момент терапии это действительно происходит, когда наши исследования жизни клиента расширяются на всю его большую жизнь за пределами терапии и исследуют, каким образом там происходят изменения и какие изменения могут еще происходить. From the standpoint of the client's relations to others, whether it's other human beings or other living с точки beings, зрения or the world. Тех отношений, которые есть у этого клиента с другими людьми, с другими человеческими существами и с миром вообще. But you raised an important point that if I can, I'll just clarify a little. Но вы подняли сейчас очень важный момент, да, который я хотел бы прояснить немножко больше. From the way I understand it. Так как я это понимаю. If the client is saying, I am depressed because there is something wrong with my life. Например, если приходит клиент и говорит, что я в депрессии, потому что, ну, что-то неправильно в моей жизни. That view is itself the obstacle that the client is experiencing. То сам этот взгляд на жизнь и на мир является тем препятствием, да, в которое он утыкается. Because the client is imagining another
right way of being, потому that что he or she is not in. У этого клиента есть представление, да, воображение о каком-то другом правильном способе жизни, которое где-то есть, не там, где он находится, не у него. И клиент оказывается пойманным в эту позицию, в это положение. If the client instead said, what's the statement? I am depressed. Если вместо этого клиент или там клиентка скажет, я в депрессии. I've forgotten the whole statement. I'm depressed something wrong. Because something is wrong. I'm depressed because something is right. Если он скажет наоборот, я в депрессии из-за того, что что-то очень правильное в моей жизни происходит. Then it opens up possibilities of exploration. Тогда будут открыты возможности для исследования. What is it in that rightness or that actual way of being? Что в этой правильности или вот в этом его актуальном способе бытия? Not the imagined alternative, but the lived experience. Не в какой-то воображаемой альтернативной жизни, а вот в том проживаемом жизненном опыте. That provokes the depression. И провоцирует, вызывает у него депрессию. So it's a shift from putting oneself in a position where one is not, to putting oneself in a position where one is. То есть это помещение, это попытка помочь клиенту поместиться из ситуации, в которой он не находится, да, в ситуацию, в которой он есть. Okay. Thank you for that. Спасибо. Yeah. Okay. Когда горизонтализация и вертикализация? Just to precisely, if I understood correctly. Для того, чтобы about horizontalization and verticalization. To come to this polarity, horizontal polarity. Мне нужно же выделить, да? А что? Выделить, вот это отделить одно от другого. To get this polarity, I need to divide one from another. Или это не так? Or no? I don't know. Why, to have polarity, for example, male, female, for example, polarity. Okay, so say first, right and first right, I wrong, need divide to have male and to have female. First, I don't understand. To have two polarities. Yes. I have first distinct one and another. No. A polarity is is just one. There is no other. Она полярность, она одна. Polarity just has points of extremity and points. Полярность это вот есть два экстремальных момента в ней. Они просто обозначают. Для того, чтобы поляризировать, я должен понять, что я – это я, а Эрнесто – это Эрнесто. Или мне это не обязательно? To do this polarization, I have to understand that I am me, and Эрнесто is Эрнесто. To do this polarization, yes, I have to understand what? To understand that we are different, we two are different person. You two are I don't understand. To shift to that position? No. Я тоже не очень поняла вопрос. Ну, сейчас. Если кто-то поможет понимать, что я спрашиваю. Somebody could help to me to understand what I ask. Ну, его, да, но к нему надо прийти же сначала, да? Или не обязательно к нему приходить? Или ты как-то это интуитивно улавливаешь? These extreme points, these
these extremes. Yes. Yes. They are two different points. Well, how can I put them in one polarity? I have to... Yeah, you see, you're still wanting to view it from this either or standpoint. Ты все еще пытаешься рассматривать это с позиции или или. Так вот, мне эта позиция или или, она. I think maybe a point that I can make that maybe clarifies. Может быть, сейчас мне получится это прояснить. Is that within a polarity? Внутри этой полярности. Whatever point you are in. Какой бы пункт вы ни выбрали. You are in all the points. Вы во всех этих пунктах находитесь. Во всей этой полярности, в каждой точке этой полярности. There's no real divide. На самом деле нету никакого такого... Вот you can identify yourself at a point. But that identification doesn't mean that's where you are. It just means that you're identifying yourself there. Where you are is all along the polarity. То есть там, где вы находитесь, это вот на всей этой полярности. Then I have a question about confluence and boundaries. When yes. I listened about relatedness, I was thinking, but it sounds very much like confluence. Then where is the line of relatedness not becoming confluence? Yes. Сама переведешь. Сама agree. Переведешь. That is part of in the Russian. Test. Yeah. Где тогда разница... Между границами и слиянием. Слиянием. Это звучит очень как слияние. И вот я спрашиваю, как это... Yeah, what you are addressing, I think, is part of the unease that this viewpoint presents to us. То, что вы сейчас показываете, это вот как раз часть той ну, как бы, того неудобства, да, который вот такой способ рассмотрения горизонтальный как раз нам и навязывает, да, то есть мы не можем понять, мы сопротивляемся. I mean, to present the idea and to live the idea are not exactly the same. То есть презентовать какую-то идею, рассказывать о ней, это совсем не точно то же самое, что ее проживать. And at least the various existential authors who have in some ways addressed this idea have been honest enough to say most of the time you're going to reject it. Да, то есть очень многие экзистенциальные мыслители к этой идее обращались, пытались ее презентовать, но, в общем, ее очень трудно принять, и очень часто они, в конце концов, отказывались и возвращались к этой такой вертикальному способу мышления. And the other question then, as therapist, how you help your clients to bear with that, horizontality and with that threat that they feel about that, and even maybe angriness in Lithuania. I feel lots of angriness in people who do not accept this horizontality. Sure. Тогда вопрос в том, как вы как терапевт с клиентами работаете, которые как они могут принять эту горизонтальность, да, потому что понятно, что в практике ну, будет и страх, и сопротивление, и каким образом это. I would like to believe that. As a therapist, I would never try to impose this view on my clients. Я очень хочу верить, что как терапевт я никогда не буду навязывать такой взгляд своим клиентам. That my work with them is typically an exploration of their vertical perspective. Потому что моя работа с ними, она такая типичная и направлена на исследование вот этой вот вертикальной схемы. At best, this view is one that I try to hold
in the questions I pose or the statements вот I offer. Это горизонтальное видение, это, ну, ну, самое большее, что я могу это держать в уме, когда я предлагаю какие-то вопросы клиентам. It influences the way I experience being такой with them. Способ горизонтального такого видения оказывает влияние на тот способ, которым я слушаю клиента. But I don't see my role as that of trying to make them accept or believe or even have a direct awareness роль заключается в том, чтобы сделать их как-то принимающими или верящими вот в такую перспективу. I'm only raising it because we are among therapists. Я об этом говорю только потому, что мы тут среди терапевтов. Thank you.